Шушу взяли силы специальных операций Азербайджана в рукопашном бою практически. У армян и азербайджанских солдат ножевые и пистолетные ранения. Они брали ее в рукопашном бою, в драке непосредственно на улице. Причем они прошли через горный массив с юга, с севера, обманули очень красиво там армянских и российских военных руководителей. Без бронетехники взяли город, который обороняла бронетехника. Это все равно, как евреи вышли в 67-м году к Стене Плача, или если бы мусульмане отвоевали Мекку, это событие такое значение, это сердце Азербайджана. Там был красивый жест. Шушу взяли в день, когда была свадьба Гейдара Алиева со своей супругой, отца Ильхама Алиева. Он сходил на могилу родителей, я так понимаю, сказал им, что папа, мама, я вернул сердце Азербайджана, и потом сделал заявление по телевизору. Позвонил командующему сил специальных операций и сказал, что да, поблагодарил его